Воля, эф, начали! И всем привет, с вами Ваня Фэ, и мы продолжаем играть в игру под названием Майнкрафт на версии 1.9. Ну, снапшот сейчас. Да, снапшот. И вы спросите, где мой скин? Ну, нигде, потому что мой скин работает только на версии Майнкрафта 1.8.9. У меня снапшот. И в этих сериях мы будем... делать, ну, голосовать, какие блоки лучше. И давайте познакомимся, ну, с нашими судьями. Это у нас Юля Гаврилова. Привет. Я и Миша Гаврилов. Привет. Он сказал привет. Возможно, вы его плохо слышите, но он немножечко скромненький. И я не успел, ну, я не успел построить 10 комнат, потому что у меня было мало времени, но потом будет 10, если я буду успевать строить. Ну, я буду пытаться 10 комнат построить. Итак, первая комната. Да. Юля, что вам больше нравится, голова дракона или голова крипера? Голова дракона. Мне тоже голова дракона. А Миша, вам нравится голова крипера? И Мише нравится голова крипера. И победила голова дракона. Видите, у него еще такая анимация с артом. И давайте... Давайте его наверх поставим. Вот здесь вот, вот здесь вот. И он кушает всех... И прошу вас не перебивать меня. Вторая комната, это, ну, то есть не вас, зрители, естественно, а судьи. И вторая комната, это лампа. Что вам, Юля, больше нравится, лампы или светильник Джека? Светильник Джека. Мне тоже, то есть я не потому, что повторюшку, вот он оригинальный, вот прямо придуман оригинальный. А месье Миша, что вам больше нравится? Тоже светильник Джека. И победил светильник Джека. И сейчас мы его поставим. Только... Короче, даже вы можете посмотреть, как его ставить. Вот, заливайте. Дальше убирайте. Не, они нам еще пригодятся. Берете воду. О, меня там голова аж пугает. Потом вот здесь вот заливайте. И быстренько убирайте. Все. И вот так вот можно сделать... Ну, быстренько сделать так, чтобы она либо в воздухе висела, либо над водой была. И у нас третья комната... И там у нас губка и мокрая губка. Что вам больше нравится, Юля? Мне кажется, мокрая губка. Странно. Это пятый раз, когда мы записываем. И прошлые разы ей нравилась губка. Ну, ладно. И, ну, мне тоже нравится мокрая губка. Мне и тогда нравилась. И всем нравится мокрая губка. Не знаю, кто повторюшка, кто не повторюшка. Ну, все равно бы простая губка все сосала, но нам это сейчас не важно. И вторая, и дальше у нас идет, что вам больше нравится, кролик или кроликс? Мне, наверное, нравится, ну, не знаю, кролик. Кролик просит, чтобы я его выбрал. Курочка, потому что она прикольная. А вам что нравится? И победил кролик. Так что мы выбираем... Хотя, может быть, кролик мне тоже нравится. Ну, не знаю, вот что-то опять сидит. Все. Убежала. Итак, победил кролик. Значит, так. Я вот так вот хочу. И я вот так вот его буду обозначать. Кролик. Итак, English. Кролик. Все отлично. Да, отлично, и победил кролик. И следующее, это у нас пурпурные ступени или кварцевые ступени. И какие ступени больше вам нравятся? Кварцевые. Не пурпурные, потому что они, ну, новенькие, розовенькие. А вам, месье Миша? И победили пурпурные, потому что месье Миша сказал про пурпурные. Здесь он сказал про кролика, там он сказал про мокрую губку, здесь он сказал про светильник Джека, а здесь он сказал про голову крипера, напомню вам еще раз. И победили пурпурные ступени. Вот, видите, как он называется? Пурпур, станет. Короче, и убираем мы все, и давайте встанем на голову. Ням-ням-ням. Кашу выпьешь, может. Ладно. И всем спасибо за просмотр, что посмотрели эту серию. Всем спасибо. Всем пока-пока-пока. Сейчас с вами попрощаются наши судьи. Бай-бай. Пока. И... Ладно. Всем спасибо.